все, заканчиваем, ребята. Давай последний вопрос. Да, последний вопрос. Конечно, давай, давай. Последний вопрос. Вот знаешь, тут у нас в чатике была непосредственно Чарли и Амина. Да, да, я как видела. Как ты уже поняла, есть еще Хэппи и Мана. Да. Кого ты выбираешь? В жены? Мана, знаешь, я договорю сразу. Я бы Ману выбрала в жены. Да, нет, то. Нет, хочу... Многоженство. Да, здесь нет, в Ютубинге да, возможно нет, многоженство. Все, я... Да, нет, я считаю... Да, нет, то. Я считаю, да, что нет, можно. Да, нет, то. Да, нет, то. И, если я говорю про коллаб, в том числе Лилит, Хэппи, Амина. А я думала Чарли со всеми провести коллабы. Не, ну просто кого ты выбираешь? Выбираю для чего? Для коллабы? Да. Так я всех выбираю. У меня гарем. У меня гарем. О, понятно, гарем собирается. А, ну в первую очередь, наверное, по мере появления. Поэтому, наверное, следующий будет коллаб с Маной. Потом, кто там? Амина, да? Потом Хэппи. А, Лилит там же еще, да. Я просто не могу вспомнить, кто первее был. Лилит? А, Лилит, потом Амина, потом Хэппи, потом Чарли. Во. Чтобы было честно, я буду с ними коллабиться по мере их появления в WebPlanet. Вот такие дела. Я ответила на твой вопрос? Ответила.